Здравствуйте, друзья! Вы видите красивенький такой плакатик на постаменте таком, видите? Много лет назад, ну, наверное, я боюсь соврать, лет 9-10 назад я его заказал, вот мне сделали. И с тех пор мы не пользовались. Я ходил на пару выставок каких-то. Да, ровно 10 лет назад. И вот он с тех пор стоит в прекрасном состоянии, все. А в Портнов Computer School сейчас происходят такие процессы, когда мы раздаем, раскидываем то, что тут есть на кампусе, ну, потому что до конца месяца технически надо быть в состоянии сняться, хотя, в общем-то, нас отсюда не гонят, и какое-то время мы еще тут побудем. Да? В частности, я, например, хотел бы тут еще побыть, поскольку почтовый ящик, и чтобы не было проблем с тем, когда ребята поедут, вот, когда прокламацию отменят. Видите, уже столов не осталось, вот здоровенные столы. Ну, я сначала думал, пусть наши заберут. Вот на канале у нас рассказывал, приходите, заберите. Но народ не очень приходил, не очень забирал. И мы тогда, значит, дали сообщение на Фейсбуке, там, в американской группе, не в русской. И вот эти нерусские люди понаехали, тут в субботу-воскресенье вообще дым стоял коромыслом, разобрали все эти столы. Столы отдавали, вот эти парты шикарные, отдавали по $15. Кстати, я их когда-то покупал с большой скидкой за 250. А специально так сделано, чтобы можно было сесть вдвоем, тут и компьютер, и положить какое-то что-нибудь такое там. Вот. А можно, в принципе, даже втроем сесть, если так, при желании большом. Вот. Видите, тут лестница стоит, демонтируется проектор. Там у нас сервера, вон там. Это наша серверная. Выкидывается тут ящики, дофига всего. Такое вот, тут все выкидывается, выкидывается, выкидывается. Далее. Да. Ну, что еще? Как-то так пустеет немножко, видите? Вот там стоят коробки такие. В них студенческие файлы, вообще тут довольно много документации всякой, вот туда перекатывается. Здесь, по-моему, то, что решили пока не отдавать. Тут хорошие такие столы, наверное, с собой заберут. И вот стульев тут на одну классную комнату решили пока вот придержать. Ну, может быть, сторич какой-то поместят. Доска вот тут, я не знаю, какие-то тумбочки. Не все еще разобрали, но более-менее. Вот, что еще тут у нас? Этот стол, друзья, тут это офис Софии. Вот этот стол ее. Когда-то я его купил, когда жил в Лос-Алтос. Это 95-го года стол. Это скандинавский дизайн. Это вот такой шикарный стол. Я за ним сидел, дома работал. Он очень большой. У него громадная столешница вот так. Такой сейчас вообще, не знаю, продаются, не продаются. В общем, такой большой стол вот с тумбочкой. Я его тогда Софии отдал. А это бланки, друзья, это бланки сертификатов Портнов Computer School. На шикарной бумаге, вы себе представить не можете, какого качества бумага. Но мы давно перестали их вот такими выдавать, как-то все упростилось. Я так вообще в онлайн-классе их не печатаю, а в PDF. Вот так, тумбочка. Видите, тут у меня шапки, шляпы лежат, которые вот дарят. Шляпы, вот, пожалуйста, вот такая шляпа, вот тут такая папаха, видите, тут все шляпы, ну, надо будет куда-то их деть, вот тут еще у меня тоже шляпы, тут темновато, может быть, давайте я свет зажгу. Такая моя стена, зрители дарят головные уборы, а вот майку мне когда-то подарили, видите, 28 апреля 56 года, это день рождения мой, это вот, я родился в субботу 28 апреля 56 года, и вот такие вот майки дарят, мне заказывали, подарили, спецзаказ, это кресло, видно, кто-то тут помассировался и по обратно его не собрал, оно в разложенном положении, 1500 можете забрать, если кому-то нужно, кресло шикарное, почти никто не пользовался, тут у нас админ наш сидит, весь тут такой бардачище такой админский. Тут файлы были, я не знаю, они до сих пор там, не? Не, вытащили все. Все вытащили. Хорошо, очень хорошо. А это такой поприличный ящичек. Видите, эти какие-то все
разбортанный. А тут уже поприличнее. Поприличнее такой. Хороший, крепкий, зараза. Вот. Мы придем к победе коммунистического труда. Пожалуйста. Вымпел мне подарили. А тут написано «Лучшие телятницы». Тут некоторые мне говорят, что это вот пионерский октябрьская звездочка. Мне говорят, что это я дразню эту, Наташу Квика. Но это неправда. Я не самое. Это мне просто подарили, и я никого не дразню. Так, что еще? Это учительская. Тут был третий вот такой стол. Вот он здесь стоял. Видите, вот тут пусто. Раньше стоял тут третий стол. Ну, какие-то картинки. Да. Тумбочка. Вообще вот эта дверь на самом деле всегда была закрытой, потому что тут человек сидит. А вообще-то она открывается, и мы вот можем попасть туда, в классную комнату. Раньше здесь сидела женщина, вот она тут сидела, и так наблюдала за уроком. Она могла во время урока так вот отойти, там, по своим делам, дать им задание, и наблюдала вот отсюда. Вот так вот, все потихонечку. А это, друзья, мой офис. Вот он. Мой офис. А, тут мои шляпы вот тоже. Давайте я сейчас одену шляпу. Опа! Смотрите, какой. Вот такие мы, ребята. В таких вот шляпах ходим. Да. Эвакуироваться будут шляпы. Белая, черная, там, разные. Вот тут я сижу. И сейчас у меня урок. Вот видите, здесь без четверти 6. Кстати, надо их пригласить уже на урок. Вот. Чтобы собирались. Ладно, друзья. В общем, не то, что я говорю, приходите тут, все разберите. Но если действительно кто-то рядом живет и что-то вас заинтересовало, приходите. Вот такая вот история. У нас тут скульптуры много, видите? Такая вот скульптура. Караганда. Ну, надо же так. Караганда. Вот кто-то подарил. Да. Все, ребята, счастливо. Мы еще тут, мы никуда не деваемся пока. Ну, в общем, такая шляпа соломенная, смотри. Ой, ну-ка, я боюсь, что она на меня не налезет. Обычно, когда люди дарят что-нибудь из головных уборов, оно, как правило, маленького размера. А, сейчас, где у меня вперед? Ага. Вперед там, где звезда. Так, ну-ка, смотрим. Нет, этот хорошего размера такой, а? Блогер со звездой. Блюстар блогер. Как раз под тельняшечку мою хорошо подходит. Все, друзья, прощаемся на фоне этой стремянки. И до новых встреч.